Сотрудничество между Чувашской метрополией и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний длится уже 30 лет. В 1988 году впервые в исправительное учреждение пригласили священнослужителя. А сейчас начальнику ФСИН России по Чувашской республике Александр Работа и митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава подписали очередное соглашение о взаимодействии. Участие представителей религиозных конфессий в воспитании осужденных и лиц, заключенных под стражу, решает задачу нравственного воздействия на преступивших закон и их духовного очищения и отказа от преступного образа жизни в будущем, отмечается в соглашении. На сегодняшний день изменилось законодательство, которое дает больше возможностей по окормлению осужденных как верующих. И сегодня было подписано соглашение уже в связи с этими изменениями. Это соглашение дает нам возможность окормлять не только осужденных, но и сотрудников всем, помогать им и их родственникам. В настоящее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН Чувашии действуют 10 православных церквей и 2 молельные комнаты. Храмы при исправительных учреждениях окормляются отделом по тюремному служению.